Что из себя представляет государственная система нашей страны, узнали семиклассники. Депутат Первоуральской думы от «Единой России» Назар Галат поделился политическими знаниями со школьниками в рамках тематической недели парламентаризма. Единорос объяснил подросткам разницу между исполнительной и законодательной властью, подробнее рассказал о том, что входит в обязанности депутата, а также где молодые первоуральцы могут заниматься общественно-политической деятельностью. Это можно делать, например, в молодежном парламенте Свердловской области. В конце открытого урока школьники задавали вопросы. Одна из учениц подняла проблему коррупции. По мнению депутата, искоренить ее из общества может только грамотное воспитание. Если ребенок едет в машине и видит, что папа там от гаишника откупается деньгами, то, соответственно, он закладывает это у себя где-то там на подкорке, он это видит. Уже сейчас необходимо им закладывать то зерно о том, чтобы они были ответственными, ответственными за город, ответственными за свою жизнь, ответственными за свою страну.